6 мая в соборе Рождества Иоанна Предтечи, город Юрга, епископ Мариинский Юргинский Иннокентий служил божественную литургию. В этот раз на причастии и на службе было как никогда много детей. Дело в том, что в преддверии Дня Победы в Юрге собрались представители православных скаутских отрядов со всей области. В день своего святого покровителя, великомученика Георгия Победоносца, братство православных следопытов по традиции съезжается в один из городов Кузбасса, чтобы провести георгиевский парад. 3, 4! Будьте готовы! После регистрации и репетиции более 300 детей вместе с вожатыми и священнослужителями направились крестным ходом в центр города. Юргинцы с удивлением разглядывали такую многочисленную колонну. Скауты из военно-патриотических клубов, отрядов братства православных следопытов Кемеровской и Томской областей, а также Красноярского края, выстроились на аллее возле памятника воинам-юргинцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Парад принимал преосвященный епископ Иннокентий в присутствии представителей администрации города и командования воинской части. Именно святой Георгий Победоносец был покровителем воинства и народа нашего, вступившего неравную смертельную схватку с опасным врагом. Через какие страдания пришлось пройти людям и тем, кто был с оружием в руках на передовой, и тем, кто в тылу ковал оружие победы, поддерживая экономику страны. В этой страшной борьбе с врагом мы победили потому, что мобилизовали все силы, потому что со смирением приняли страдания и скорбь, неспосланные нам, и горячо молились о победе. После того, как собравшиеся почтили память погибших воинов, несколько юношей и девушек приняли присягу и дали Богу обещание быть верными скаутскому делу. Перед Богом, Родиной и ближними. Перед Богом, Родиной и ближними. И выполнять законы православных следопытов. И выполнять законы православных следопытов. После парада дети и взрослые возложили цветы к вечному огню у подножия мемориального комплекса. Мы отдаем дань памяти героям, павшим за нашу страну в различных войнах, конфликтах. И именно здесь мы можем показать, что вот мы их последователи, и мы готовы помогать своей родине. Недаром скаутский девиз — это